Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Мы на работе смотрим, как обычно, смотрите. Мне кажется, здорово, что я похудела, смотрите, теперь у меня такие щеки. Как будто ямочки. А это из-за того, что я похудела. И теперь вот эти складки, как они называются, носогубные или какие там. Вот так видно, и теперь у меня вот такие ямочки. Смешно. В общем, попили с Мариком уже кофе, такие будем работать. Вчера я ходила к врачу, получила справку, вот, больничного, и все, едем работать. Но мы вчера уже работали с Мариком, у меня уже был 8-й день болезни, вот, и все, в принципе, в порядке, ноги у меня чуть болели еще, спать я не могла, пила нурофен. Давай ключ. Ноги болели так, что, короче, не могла спать. Вы поняли, когда хожу, нормально все, когда ложусь спать или сижу долго, начинают болеть ноги, мышцы именно вот здесь начинают болеть. Вот, я не могу не спать, короче, ничего. И пришлось выпить нурофена, таблетку, и я спала очень-очень хорошо, сразу попустила меня. Ну и сразу, там, через полчаса. Вот, вчера работали много, было много работы, всю работу переделали, сегодня сейчас тоже едем в туннель уже. 8 часов, начало 9, едем в туннель, возможно, чела, куда она его не видит, он вообще нормально себя чувствует, хоть бы шо. И все, возвращаемся в рабочий ритм. О, вот так вот, понимаешь? Вот смотри, я телефон держу, он сам снимает нас. Едем работать, я переобулась. Все, ладно, там включусь. А мы едем в Израиль к себе. Потому что кому-то ничего ехать. Я вам покажу тут сейчас наш район, в котором мы работаем. Тут живут арабы и евреи. Я вам еще не показывала этот район. Туннель вам не интересно, а вот райончик должен быть интересно. Тут интересные дома, такие здания, потому что тут арабские постройки есть. Сейчас я вам покажу все. Вы видели, как называется район? Шуфат или что там было написано? Кто из Иерусалима знает. Вот. Мы тоже уже знаем этот район. Тут есть русский магазин недалеко. Там мне интересно. Вот видите, какая земля израильская. Одни камни и небо. Все. Ой, камушки летят. Вот такие домики. Видите, у них такие окна полукругом. Закругленные. Такая панорама открывается тоже. Там уже... Это уже территория... Это не территория Израиля, да, Марик? Территория Израиля. А где? Вот там не территория. Да, там границы где-то есть. Это территория Израиля. Это территория вот, Израиля. Но арабский район. Что я не снимала вчера ничего, в общем, работы были заняты, замучены.
Сегодня, кстати, тоже так, как-то весь день в работе, все думала потом, знаете, работа вроде как делается, потом подходит, там ждут, и как-то, короче, не до съемок было, то ли я сама не хотела снимать сильно, потому что, ну как, что тут находить, какие-то оправдания или чего, просто, не знаю, у меня настроения, наверное, на съемку не было, и просто не снимала, поэтому завтра, кстати, не могу никак телефон включить. Надо мне сюда держатель купить. Смотри, открой телефон и вытирай. А, это туда. Давай, это ты можешь вытирать. Она чистая. И вот это, короче. Мы вот это здесь работаем, уже привыкли, знаете. Тут, ой, что я снимаю? Боже. Для меня. Надо закрыть дверь, чтобы Малик не открыл и не выпал. Короче, и завтра мы будем работать опять на своем объекте, на вот том, короче, на котором мы работали раньше. Вот, если честно, то уже не хочется туда возвращаться вообще. Ушел уже Янивка, Кобичка давно ушел, Даня тоже давно ушел. Ну, там еще есть Фомис, есть Шариф. Есть, кто там еще есть у нас? Гарри Поттер. В общем, еще кто-то остался. Вот. Но большинство уже как бы ушли. И, ну, а там остались такие. Мне директор говорит, ну там, у Йотама спросишь. Йот, это тот, кого я ненавижу. Просто. Просто ненавижу. Кого-то я бы еще так в жизни ненавидела, вот как Йотам. Ты забрала вот батарейку? Да. И зарядно? Да, ты закрыл. Вот, и, короче, мы завтра едем туда работать. Вот, в туннеле уже не снимали, ну, снимем завтра в новом туннеле, посмотрим как там. Вот. Закрыл офис? Марик. Ну, как я мог не закрыть, Роксана? Как обычно. Ты что это? Я что, когда-то не закрывал? Нет, ну можно забыть. Я не могу. Понятно. Столько лет проработал начальником гаража, куча кабинетов, куча... Все ходил, проверял. Профессиональная привычка. Закрывать двери? Не забывать закрывать двери. А я могу так забыть закрыть двери, точнее на автомате, как-то получается. Вот я раньше вот так вот, когда на работу ходила, так вот же, это, ну и сейчас так же. Дверь закрываю дома, уже на автомате. Ну я так невозможно ехать. Как? Ну вот так, как он встал, вот так, как дебил встал, вот так невозможно ехать. Так авария будет. Блять, встал, конечно, ты очень умный. Тебя разве? Я не вижу там нихуя. Вон вижу, за 5 метров от меня машина идет. Вот, и я всегда, короче, когда выходила с дома, говорю, вот если я забыла, закрою дверь и говорю, я закрыла дверь вслух. И тогда запоминается, откладывается в памяти. Я выключила утюг. Я выключила заряд. Вот. Ну, когда проговариваешь, тогда запоминается. Мы тут работаем, там вон фонтанчик, вот так все красиво сделано, асфальт, дорожки, вот Марик там стоит, курит, ой, блядь, смотрите, вы видели, что он мне показывает, а потом говоришь, как она говорит, на него плохо. А я засняла, что теперь все, это останется. Ой, ну короче, видите, фонтанчик такой, ну знаете, какой-никакой, а приятненько. О, еще и воронка прилетела. Вот. Орешек какой-то принесла там мой. Купи отходов. Я сняла то, что ты показал. А что я показал? Вот то. Я ничего не показывал. Да. А ну еще раз вытри. Да? Да. Вы видели? Это нормально, вот скажите. А потом говорите, что Роксана говорит. Да, ты же мне показывала постоянно такое. Я ничего никому не показывала. Показывала. Нет.
сам кричал, быстро, быстро, уезжай. Я не говорю быстро вообще. Я говорю, хорошо, я на 2 минуты. Я говорю, что сюда ехать не надо, я... домой другое дело. Я быстро пришла, да, теперь выезжаю. Опять 2 часа протираю машину. Угу. От этой пыли и грязи. О, Дениска. Он будет. А тут столько всего лежит на этом шедехе. Тут мини-завод у них есть, там, где они делают цемент. Да. Короче, все, как бы видите, вот так вот сразу. Раз и в туннель повезли цемент. Раз и в туннель повезли этот вот бетон. Туннель сразу же. Вот такой объектик. А завтра мы будем на своем родном. Ну, я вам говорила, что он уже не родной. Я уходила, плакала. А сейчас я уже не хочу туда возвращаться. Уже мне уже здесь хорошо. А туда не хочется. Там уже одни дебилы остались, ей-богу. Ну, посмотрим, что они думают завтра. Давать задания какие. Все, едем до дома. Что там уже? Ребят, после работы вышла на прогулку. Смотрите, вот такая красота. Вот, ребят, смотрите, я в магазине. Просто хочу вам показать на минутку. Видите, голубика. Голубика 20 шекелей за 125 грамм. Считайте, 200 гривен за 125 грамм. Когда у нас стоит килограмм столько. Ну, просто разница. Виноград тоже стоит 16 шекелей, вот этот. Вот. Ну, это, в принципе, тоже, понимаете, цена на 10 умножайте, 160 гривен за килограмм. Я не знаю, какие сейчас у нас там цены. Вообще цены на все сейчас, смотрите, какие. Персики по 10. Когда такое было, что персик по 10, манго 10. Вообще, помидор 2,90. Нектарин тоже 10, груша 10, яблоки по 15. Яблоки по 10, все блестящие, пластмассовые. Ну, вот так вот. В принципе, я уже тоже привыкла к этой еде.